Сегодня у нас день особенный, и в церкви так много детей. Воскресная школа собрана, и двери открыты в ней. Начало учебного года, начало усердных трудов. Учебник наш – Божье Слово, и в действии Божья любовь. Родители, бабушки, дедушки, сегодня в молитве, посте за самых маленьких верующих, за наших любимых детей. Сегодня начнутся занятия, мы этому очень рады. Помолимся же Создателю, нам помощь Его так надо. Процесс обучения истине в смирении очень важен. Без Господа ведь немыслимо служить верно детям нашим. Помолимся Богу искренне от сердца за труд учительский, чтоб семя божественной истины сеять с Его водительством. Сердец детских почву смягченную слезами молитв увлажним, и наши сердца смиренные склоним молитве пред Ним. Знаем, что все не напрасно, не тщетен учительский труд, хоть плакали горько и часто, но всходы плоды дают. Не мы, ты один достоин славы за все 30 лет, за наших детей спасенных, за твой христианский свет. За церковь, за школу воскресную, за время свободы и мира, за силу любви чудесную, за то, что в сердцах есть вера. Мы веруем в силу Всевышнего, детей доверяем Тебе. Ты, поколение грядущее, держишь в своей руке. Духа Святого елее, сердца и уста помажь. Дай Твое слово сеять, с верой Ты всходы дашь. Благослови свою ниву, благослови этот год. Пошли и успех, и милость, наш всемогущий Бог. А за прошедшие годы и за все эти 30 лет прими благодарность, Боже, Тебе невозможного нет. Низко склоняясь сердцами, уповая на Слово Твое, молим, простри над нами благословение свое. Каждое детское сердце в руке Твоей крепкой согрей, и нас, и родителей вместе верой наполни живой. А за спасение наше, за дивную благодать, прими поклонение Боже, Ты силен благословлять. Аминь. Пусть будет Бог отныне и до старости для вас всем самым главным на пути. Слезой в печали и улыбкой в радости, в желаниях целью и мольбой в ночи. Благословляем именем Создателя, благословляем.
переступите. Благословиться Богом ради вас, ведь праведных десница всемогущего благословит во веки и сейчас. Благословенными, ведь милует до тысячи родов. Где праведный Спаситель, кто наследует ту праведность от дедов и отцов. Скажем слава Господу, братья и сестры. По милости Божией мы собраны на всем месте. Сколько людей сегодня планировало что-то сделать в сегодняшний день? Сколько людей сегодня делало какие-то планы, но не у всех они исполнились. Но по милости Божией мы находимся на всем месте. Не все сюда люди пришли, которые желали, которые захотели сюда прийти. Они пришли сюда. Не все. Но по великой милости Божией мы находимся на сем месте для того, чтобы нам слушать Слово Божие, чтобы нам питаться от Слова Божьего. И пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы наши уши они были открытыми для того, чтобы впитывать все то, что Бог приготовил для каждого из нас. И вы знаете, я, прежде чем говорить слово, я хочу обратиться к нашим братьям. Сидя в хоре и смотря на эту армию наших сестер, и почти на последней скамейке сидят несколько братьев. И когда мы пели псалом, я вот подумал, интересно, меня хоть немножко слышно? И поэтому я обращаюсь к нашим братьям. Братья, мы нуждаемся в братских руках, в братском слове в нашей воскресной школе. И я надеюсь, что после сегодняшнего служения, в течение учебного года, кто-нибудь из братьев к нам да обратится. Пусть благословит Господь и даст вам мудрость и желание. Вы знаете, вы, если уже обратили внимание, сегодня необыкновенное служение. Сегодня мы, не кто-то назовет это линейка, кто-то назовет это открытие учебного года в воскресной школе. И мы благодарны нашему Господу, что Господь на этом месте основал церковь свою, и на этом месте стоит дом молитвы. И при доме молитвы находится воскресная школа. И в воскресной школе есть учителя, которые несут
Слово Божие для детских сердец. И самое главное, что в нашей воскресной школе есть детки, которые приходят в Дом Божий, которые приходят в воскресную школу для того, чтобы слушать и питаться от Слова Божьего. Когда я проходил курсы учителей воскресной школы, и мой преподаватель говорил такие слова, что сердце у ребенка, оно двоякое. С одной стороны, оно очень мягкое, а с другой стороны, очень твердое. Почему мягкое? Вы знаете, настолько оно восприимчиво к тому, чтобы впитывать то, что не нужно и не полезно для души. Оно легко это все впитывает, как сухая земля. Очень легко все это впитывает. Но Господь поставил учителей воскресной школы, Господь поставил служителей таких, которые работают над детским сердцем, и это твердую часть. Они обрабатывают настолько, что потом оно становится мягким и восприимчивым к Слову Божьему. И мы благодарны Богу, что наши сестры, наши братья, которые несут это служение, они очень многим жертвуют и отдают для того, чтобы дети, наши дети, они находились в Доме Божьем, чтобы они не отошли куда-нибудь в сторону, но именно по нашим научениям, по Слову Божьему, которое это Слово, которое нас учит, и мы учим наших детей, и мы ведем их, мы наставляем их на тот путь, который правильный путь. Мы обрабатываем их сердце.